артистов из других городов местные жители приняли тепло. Зритель очень теплый. Нам приятно было слушать, когда нам кричали и «Люба», и «Браво». Поэтому и мы так вместе с этим и поем весело, и любим нашего зрителя. В областной центр приехали артисты из Ростова-на-Дону, Ставрополя, Воронежа, Астрахани, Костромы, Тульской, Калужской и Московской областей. За несколько дней до фестиваля для гостей провели экскурсии по знаковым местам нашего региона. Мы сегодня еще были в Прохоровке, нам очень понравился музей. Очень хороший был экскурсовод, здорово было. Концерт получился по-настоящему веселым и насыщенным. Артисты исполняли как народные, всем известные песни, так и свои авторские композиции в современной аранжировке. Для нынешнего, да, 21 века, уже нужно идти в ногу со временем, поэтому у нас обработки донских песен, протяжные, лирические, авторские песни. Ну, в общем, мы пытаемся охватить очень большой объем, дабы зрителю было интересно. Шикарный фестиваль, эмоции, море позитивных, все замечательно, праздник. Все нравится, и танцы любимые, и песни любимые, все нравится. Очень любим народное все. Весело, мы с детьми пришли, как раз дети танцуют. Первый раз в городе Белгород, очень нравится, очень замечательный город, фестиваль вообще просто замечательный. Более сотни артистов заряжали зрителей позитивным настроением на протяжении 4 часов. И судя по эмоциям, такой концерт надолго останется в сердцах белгородцев. Светлана Гмырь, Илья Евтяев. Такой день на Мире Белогорья.